обосрался. Окей, заключение. Это была моя первая карта, так что не судите строго. Но при этом... Подожди, я читаю. Но при этом она не последняя. Я не дочитал. Битва с боссом, глава 5. Слушай, нормально. Ой. Ой! Ни хрена себе вас тут, чуваки. Почему я умер-то опять? Чпойнинг. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дакстер. И сегодня вместе с Аяксом мы продолжаем играть в Майнкрафт. Всем привет. Карта у нас сегодня загадки фараона, собственно. И это от того самого создателя Хурмы, да? Вот, да, посмотрите. Хурма. Да, и стоит отметить, что та карта, которую мы проходили с красным грибом, это вторая в его как бы карьере. А сейчас мы проходим первую. Собственно, карта вроде как тоже сделана очень хорошо, имеет положительные оценки, поэтому затестим, поиграем. Вот у нас, собственно, сюжет. Я подхожу такой и начинаю читать. Египет, 1900, непонятно какой год. Давным-давно, еще до нашей эры, в Египте построили огромные пирамиды, которые служили гробницей. Египетским царям, фараонам. Шли века, строились поселения, и близ этих пирамид тоже образовалась деревня. Но многие жители деревни утверждают, что великие фараоны проснулись, и из-за этого в деревне часто случаются землетрясения. Вы археолог, исследователь, который приехал изучить тайну гробницы фараона. И многоточие. Мне очень нравится, что в этих картах даже сюжет и, в принципе, какие-то записки описываются максимально литературным языком. Да, мистер Аякс, согласен, да, и это очень круто, потому что... Когда ты читаешь сюжет и видишь там, ну, короче, в общем, мы пришли, как бы, да, ну, сами понимаете, выглядит это так себе. Здесь же все максимально прохавано, поэтому нажимаем кнопочку «Начать». Давай, опачки. И куда-то мы с тобой тпшимся. А я никуда не тпшусь. Я в какой-то черной дыре. О, я тоже. Слушай, возможно, это уже гробница фараона. И нам нужны какие-то... Мы прошли, получается? Ну, все, как бы, да, спасибо за просмотр. Подожди, а... Глава 1, вход в гробницу. У тебя написано на экране? Не. Ну, глава 1, вход в гробницу. Хорошо. А где ты? Надо тпшнуться? Я не знаю. Меня просто куда-то в черную жопу... Ага. Да, слушай, я явно должен рядом с тобой быть. Окей. Собственно, мы оказались в гробнице, глава 1, вход в гробницу, и нам тут говорят поставить рычаг на вот этот эмеральдовый блок. Выглядит все симпатично, красивенько. Ты нашел? Пока еще нет. Окей, продолжаем поиски тогда. Возможно, где-нибудь этот сундучок будет в каком-нибудь... Заныкан. Да, мега неочевидном месте. Какие-то вон штучки. Ага. Костер, книжки. Так, да? А здесь мы все, да, проверили сундуки? Еще тут есть бочки. Да. Бочки тоже надо проверять. А, бочки? Так, что-то пока не могу найти. Возможно, реально он не в сундуках, а где-то лежит просто так заныканный. Это типа байт. Да. Ой, подожди, а здесь смотри. А, мы прыгать не можем, окей. Точнее, можем, но выбраться там, потому что он какое-то отверстие. Допустим, гробница, конечно, такая внушительная. Но где же здесь рычаг? Слушай, а может быть, как-нибудь надо запаркурить? Куда-то наверх? Наверх? Вот, кстати, первое испытание после входа, я так понимаю, паркур будет. А, может, прям лезть по ним? Походу. Я только сейчас это, правда, для себя открыл. Пробел зажимаешь, работает как лифт. О, я нашел. На самом верху было. Так просто. Ставить на изумрудный блок. Поехали. Прикольно. Новые механики Майнкрафта просто прикольно. Да, что-то типа такого механического лифта. Ставим блок, нажимаем. Ой, нормально. Ой, нормально. Глава 2, паркур. Аякс разбился насмерть. Печально. Слушай, это я уже вижу. Ух, нихрена. Ух, нихрена себе атмосфера. А, блин. Эффект. Это легко. А я думал без эффектов, точнее с эффектами будет. Ой, подожди. Стена. Да? Да. Ничего себе. Так, этот паркур, не знаем пока сложный или нет, но спавнпоинт тем не менее поставим. Да, тут спавнимся автоматически. А, окей. Тут стены невидимые. Что за магия вне Хогвартса? Так это... Реально. Нам вот сюда, значит, первый блок. Потом, как понять, подожди. Так, вот тут... Вот тут стена, окей. Вот там стены нет. Я свинины буду проверять, не против? Нормально, нормально. Мы тут немножко себе выдали корма, так скажем, потому что у нас начали... По идее... Голод пропадать. Хм. Блин, я сейчас вообще соскользнул, как будто бы. Забавно. Так. Что-то непонятно ничего пока. А может вниз? А куда вниз-то? А вон прям блок под тобой. А, посередине?
Ага. А... Не, нет. А, ты прям просто с центра думаешь? Да. Ну давай пробуем. А, нет, тут стена. О. Опа. Так. Опа. Ну, свинина работает. Слушай, фараон тут, конечно, для нас... А тут стена, смотри, свинина не летит. ГГ. Так. Скорее всего, надо туда. Каким-то образом. Жареный бекон. Оп. Ой-ой-ой-ой, какой все нормально. Слушай, свинина наша все. По факту. Так, нажимаем. Спаунпоинт. Отлично. Ой-ой. Это спецэффект, конечно. Ну, я поставлю спаунпоинт на всякий случай, потому что он говорил... Да, лучше сохраняться. Возможно, не работает где-то. Так, слушай, ну, а так свинины надолго не хватит, я так думаю. Нужно экономить. Так, ну вот я сюда, допустим, прыгнул. Сюда я тоже прыгнул. Ага. Что-то бомбит опять. Жестко. Так, ну слушай. Там была стена или нет? Нет, я еще не успел проверить, я просто назад отшагнул и свалился. Так, ну я попробую тогда. Нет, тут стены нет, нормально, работаем. Да, вроде не сложно. А вот я опять в полете shift нажал зачем-то. Да, я тоже. Нет, тут, знаешь, паркур такой, типа стены. Не сложный, не сложный. После той карты это, конечно, такие. Детские игры, что называется. Угу. Паркур в Майнкрафте, куда же без этого? Вот знаешь, что странно? Чё? Странно, что мы с тобой там как-то тупим. Может быть, нам туда не надо? Может, типа, там реально какая-то невидимая стена, из-за этого мы скользим? Да не-не-не, ну тут просто выбора нет, никуда еще идти. Да. Подожди. Хорош. А так, а был блок вот этот? Скорее типа... всего, да. Оп! А на него не запрыгнуть еще, охренеть. Мне герой сейчас просто решил не разгоняться. Да, мне тоже. Че за дичь? До блока не допрыгнуть, говоришь? Ну, на него запрыгнуть нельзя, я говорю. А-а-а. Может так вот обойти и... Оп! Да блин! Вот ты тоже не прыгнул, да. Что за дичь? О, все нормально получилось. Подожди, а теперь как? О! О! Лаги? Я тут. Ага. Так, хорош. А теперь типа прям прыгать. Не прыгать! Тоже не прыгнул? Там стена, походу. А-а-а. Кстати, можешь тпшнуться, наверное? Да нет, тут, в принципе, не так сложно все прыгать. Да, ну... Мне лень каждый раз от перепроходить, поэтому я здесь поставлю стол. А, понял. Ну да. Это было гениально просто. Да, я тоже умер. Так. Вот сюда он еще прыгает. Оп. А вон... И потом наверх опять. Да. Я тебя не скинул нечаянно? Не-не-не, нормально, живу. Давай, прыгай. Хорош, теперь я. Давай дальше. Вот дальше непонятно, потому что как-то прыгнул, но он, походу, ударился об стенку. Проверь свининой. Вроде работает. Ну давай попробуй тогда. Да, ага. Вполне. То есть просто я не допрыгнул, окей. Оп. Окей. Spawn point. Установлена точка возрождения. Ух, ё. А здесь что-то прям на сложном, как будто бы. Ой, тут далеко. Здесь вообще далеко. Ай, блин, наше любимое, когда мы ударяемся в потолок, слушай. Ну не, ну зачем, ну чуваки, ну куда? Тут надо с разгончику просто пробежать. Оп! А я немножко путь сократил по-читерски, ну тоже нормально. Так. Я вот здесь ставлю spawn point. Spawn point. Отлично. Так, ну, лестницы мы уже профессионалы, в принципе. В принципе. Профессионал, да? Профессионал, так нормально, да. Так. Ага. Опачки. Оп, не поп, не оп. Так, здесь тоже ставим spawn point. Не, как бы сервер разрешает, команда разрешена, поэтому почему бы и нет. Ага. Что-то прям далеко прыгнул. Я очень далеко прыгнул. Подожди, а тут что делать? Ух, нихрена себе, это называется шалкер бокс вроде как. А тут как, типа наверх запрыгнуть надо или что? Или пока он типа крутится, надо успеть? Слушай, я вообще не знаю. А, стой! Он открылся? Да. Прыгай на него. А, ну просто, не знаю, это карта же на одного, типа, как бы, так что... Слушай, а походу нет. Ну походу точно надо как-то успеть, пока он открывается.
Давай я тебя открою тоже там. Открыл? Да. Офигеть. Нормально. Вот это, конечно, механики тут пошли. Да, спавнпоинт обязательно ставим. Дальше. Вниз, походу, да. Я, кстати, кнопку нашел в этом шалкербоксе. Да? Да. Забираем. Скорее всего, пригодится. А, стоп, секунду, а если ты сейчас умрешь? Так она не выпадает. А, да. А, ну да, логично, свинин-то остается. Так, окей, я прыгаю. Давай, только аккуратно фонарь. Блин. Ну почти. А я фонарь задел. Блин. Тут вот так вот, кстати, с шалкербокса удобно прыгать. Блин. Вообще не хватает сантиметра буквально долететь. Обидно. Может, он не долетит с шалкербокса? Да. Так, все, еще раз. Фак. Не, мне кажется, если прям в последний момент нажать, чётенько. Да я сейчас вообще прыгать забываю. Второй раз уже. Бывает. Так, окей, с разгончиком так. С разгончиком, да? С разгончиком надо не забывать. Нажимать пробел. Прыгнул? Угу. Хорош, можешь спаунпоинт фигачить. Да, 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 фигакнул. ТП Аякс. Ага. Здравствуйте. Привет. Хорошо, ТП шнулся. ТП Аякс. Да ёп. Подожди сейчас немножечко, я ТП шнусь, потом прыгнешь поплавать. Да блин. Так, понял, не ТП шусь пока. Сейчас, секунду, я просто хочу до этой ступенек допрыгнуть. Я верю, верю. Это прям... Все, найс. Хорош. Так, спавн. А-а-а-а! Снова поплавать пошел. Ой, нормально. Живи! Ну почти. Ой! Ярик! Я. Да. Я, короче, прыгнул. Ты заспавнился и меня вытолкнул. Там, кстати, опять наша любимая механика паркура идет. Да. Давайте подтолкну, слышишь? С разгончику? Да, давай. Давай, раз, два, три. Ты, походу, облок ударился, да? Да, ты меня чисто. Да блин, я почему-то спавнюсь наверху пирамиды. Так. Давай я тебя потолкну. Давай, сейчас. Ой, хорошо. Красиво. Так, спаунпоинт, пожалуй. Ну, конечно. Вот сейчас наша любимая. Блин, ну почти. Я, да, одну пропрыгнул, а в том... Так. Тихо. Я даже одну не пропрыгал. Фак. Ну это, кстати, походу... Последний паркур. Ну, да, в принципе, третий. Было бы логично со стороны разработчика. Потом будет лабиринт, сколько я помню. Оу. Лабиринт это интересно. Да, блин. Ой. Тут, короче, реально на дурачка нужно, походу, это проходить. Да ё-моё, что-то не получается вторую. Блин. И лава-то так коцает, прям пипец. Прям лава-лава. Ну... Решили поплавать в лаве, мне нравится. Она такая милая, знаешь, добрая. Да-да-да. Подожди, а там точно можно так пройти? Потому что что-то... Так, ну да, блок. Может, подтолкнуть тебя? Не надо. Спасибо! Давай, прыгай. Ну, ё... Ну, я... Да. Так, это что? Что-то на сложном. Секунду, не толкайся. Давай потолкну. Не надо. Все. Я прошел. Так. Ой, капец. В самом деле прикольно. Что? Что ты замолчал так? Ничего. Шопа у тебя здоровая. Да нет! Короче, прикольно, когда паркур делают таким образом, что ты вначале, типа, идешь понизу, а потом этот же блок используешь для того, чтобы паркурить уже поверху. Такой многоуровневый паркур, я бы сказал. Угу. Подтолкнуть вон туда, сразу наверх давай. О, давай. Раз, два, три. Хорош. Сейчас красиво было. Так, и кнопку, я так понимаю, нужно вот сюда поставить. Спаунпоинт, но не хватает кнопки. Ты не нашел рычаг. В смысле рычаг? Кнопку? Подожди. По-моему... Чё, ещё рычаг нужно было найти? А... Подожди, а... Почему у меня ТП шнуло сюда? А чё происходит? Я вот нажал кнопку вот эту. Подожди, меня ТП шит назад. А я кнопку нажимаю, потому что... То есть надо было рычаг найти там ещё где-то, слышь? А вот эта кнопка, она типа, чтобы назад вернуться. Слушай...
В шалкербоксе, может быть, рычаг? Нет, там я все посмотрел. Возможно, где-то внизу. Тут где-то сундук с ныком тоже. А, секунду. Да, 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 я нашел. Нашел? Так, подожди. Я нашел рычаг. Так тогда... тебе надо же будет заново сейчас пропрыгнуть все. А ты можешь вернуться просто туда, я к тебе ТПшнусь? А я... тоже тут у тебя. И, собственно, мы снова находимся на этом маленьком островке. Мы нашли рычаг, и рычаг означает вторую главу. Ставим сюда. Ты наверх. Нашел рычаг, в смысле... А, окей, все. Поставь кнопку на и... Все, прыгаем. И здесь у нас лабиринт. А еще не видно ничего, да? Ну вот, у меня теперь видно. Глава 3, лабиринт. 3? Да. Походу, паркур это был второй. Так. Да, слушай, видимо, здесь... А, нет, нормальная. Подожди, а тут много проходов. Я по правой стене буду ходить. Давай. Это правило лабиринта, по правой стене, ходить. Правильно. О, я чувак, здесь можно лазить внизу. В смысле? Здесь, типа, открывается люк, и как мы лазили в вентиляции, типа, на той карте. А так я не могу залезть. А, могу. Да-да-да. Прикол. Угу. Что за механики? Я вообще не знаю. Так. Я нашел рычаг. Хорош. А мне теперь по логике нужно найти какую-нибудь дверь. Плюс что, получается так. Так, слушай, тактика правой, правой двери, правой стены работает. Ага. Слушай, ни хрена себе тут. А как ты выбрался отсюда? А там... А, люк закрыть. Я тайный проход нашел. Ничего себе. Так, я лезу прямиком за тобой, кстати. Так, подожди, тайный проход, что он дает нам? Мне кажется, это правильный путь, потому что... Ну... Другие я что-то так изучил, там не особо интересно. Опачки. Слушай, он прям реально тайный. Тайный-тайный прям? Тут даже паркурить надо немножко. Ничего себе. А я нашел рычаг. А я нажал его, да, там тайный проход активировал. А, все, я нашел выход. Да? Тактика правой стены, нормально. Работаем. Так, окей, ТП-шусь тогда. Ничего вот. Себе. Лабиринт что-то на изи как-то, да? Вообще жестко, да. Так, вот в подобных фонтанах всегда что-то прячется. Так, давай посмотрим. А всякий пожарный проверим. Но вроде как... Ай. Пиранья. По-любому. Там акулы, конечно. Ну плавают. Да, Египет как бы. Ну да, тут это, ловушки всякие. Почему я умер-то опять? Не знаю. Я пока жив. Вы Сок? Попали в темницу для рабов. Важное уточнение. Глава 4, загадка фараона. Опачки. Так, хаустония серая. Чувак, нам нужна хаустония серая. Стрела есть. Печеньки. А, подожди, так мы еще... А, нет, мы все-таки в одной темнице, так скажем. Так, я на секунду подумал. О, лук. Лук по лбу стук. Ай. А что меня закопало здесь? Так, паутина. Паутину тоже всяких пожарных возьму. Здесь сколько там стрел? Да? Одна. Да, ну вот, держи лук, по лбу стук. А куда стрелять-то по лбу стук? Не знаю. А, вон, подожди, кнопка. Так, а как? А вот так с разгончику, наверное, а вот отсюда. На бесконечность, да? Окей, найс. Подожди, а как стрельнуть-то так? А, попробуй вот отсюда. Откуда? Сверху. Вот отсюда. Подожди, а в эти дырки он не пролетает. Я, Эрик, я видел, ты вчера в Counter-Strike играл, да? Да, да, да. С ВП там нормально. О, точно в цель, получено достижение. Попал? А, это в меня попал. Я все попал. Ну такая себе цель. Подожди, а как стрельнуть-то? А, во, вот так, типа? С прыжочком? Сейчас, тихо. Собака. Собака. Тап. У тебя получится, мы в тебя верим. О! Ну, конечно, главное верить. Так, прыгаем. Кроваточка открылась, здравствуйте. Ой, нормально. Так, куда-то наверх ползем. Здравствуйте. Ну, если что, есть лук по лустук, так что все равно нормально работаем. Да. С таким тут оружием еще... все-таки побезопаснее будет ходить тут. Так, о. А вот мои стрелы. Здравствуйте. Да. Так. Нет, что тут? Лопата. Что это? Здесь очень много... Незаритовая лопата? Ничего себе. Тут очень много бутылочек. Я взял бутылочки. У меня зелье огнестойкости есть. О, можете в лаву намекает, тогда? Намекает, мне кажется, на то, что надо в лаву прыгнуть, да? Да.
Слушай, хочешь ты можешь лаву прыгнуть, а то у меня же это... Давай, вот лопата и на тебе зелье. Спасибо. Так, не зеритовая лопата. Окей, зелье огнестойки, сфигачим. Я потом тпхну к себе. Ушел глубоко прям под лаву. Так. 3, 2, 1. О. Что сделал? Не знаю, рычаг активировал какой-то. А что произошло? Ничего. А вот, тут надо песочек прокопать тебе. Лопатой-то. А как мне вылезти теперь отсюда? Только ТП? А, подожди. А, ну походу тебя должно было телепортировать, потому что меня телепортировало, но просто карта из-за того, что нас двое, сломалась немножко. Да, ты как-то, короче. Так, и что копаем? Вот сюда. Ой, нормально. Кстати, круто реально, что видишь, текстурки ж необычные майнкрафтовские, типа, сразу карты новые. Да, я заметил, вот дверь особенно. Нормально, такая прям песчаная стена. Угу. Ну, я думаю, пройдем, в принципе. Может, конечно, так, подожди, а мы рычаг нашли? Рычаг? Ну, рычаг я только активировал, его вроде как ломать не нужно было. Так мы не нашли рычаг, подожди тогда. И не нашли даже куда ставить. Тут нет клока же изумрудного. Логично. Так, подожди, тогда не все так просто. Но знаешь еще в чем прикол? У нас есть 4 подмостка. А вот я, походу, нашел. А, да, реально лесенка какая-то. Опа. Тут что-то много всего. Так, бочка, бочка. Кнопка. Вторая камера. Нажимаю кнопку. Вторая камера открыта. Ой, тут что-то... Что там? Тут, возможно, лопату нужно. А, вот, ты же что-то открыл. Ай. Вторая камера открыта, да, ты говоришь? Да, там написали. Где мы, блин? Это мы в нашей камере опять. А, нас сверху. Во вторую теперь идти. Тут загадки же фараона все-таки. А, ну естественно. Не все так просто. Интеллектуальная карта, как бы, ну. Так, а где вторая камера-то находится? А у меня до сих пор зелье огнестойкости. Ну, повезло. Угу. Сейчас паркур вообще нормально проходить. Так. Подожди. Что происходит? Раз. Может, одновременно нажать надо? Ты... Ну да, если это карта на одного игрока, вряд ли. Хм. Что-то непонятно пока. Лопата. У меня есть паутина, у меня есть подмостки. На подмостках можно залезть куда-нибудь. А, я их ставить не могу. Что, тут явно кнопка вот эта, она же неспроста спрятана так. Ты ее нажал? Да. И вот здесь кнопка, которая свет включает. Слушай, загадка прям отжог фреску получается. Пипец. Так, может, что-то тут открылось? О, да, тут открылась дверь. Так. Опа. Незеритовый шлем. Пополам поделим? Да. Слушай, у меня будет лук, на вот тогда тебе меч. О, спасибо. И на 2 золотых яблочка. Ой, нормально. Сейчас битва с боссом, с фараоном чисто. Ну, так махай, да, там раз на раз. Нет. Конечно, нитеритовые всякие. Я буду лук по лбу стук использовать, окей? Да-да-да-да-да. Я буду фараону по лбу стук делать. А вот, кстати, фараон, походу. Так. Битва с боссом, голова 5, слушай, нормально. Ой. Ой! Ни хрена себе вас тут, чуваки. А вам нормально? По-моему, ну, типа... много. Ну, мне кажется, да, как-то это. Пацаны, а меня сейчас просто забьют. Миш, ну бейся, бейся. Да я бьюсь. А все, у меня больше ничего. Ёп. Все, окей, все вернулось. Яблочко, яблочко надо похавать. А я сейчас умру, я умер. Яблочко хавай и вообще... У меня нет яблочек. Не, сейчас вернуться. А, ты все съел. Я все съел. А. Так, ну окей, валим немножечко. На гелике, нормально. Так, пацаны. Нормально. Чики живучие-то, блин. Или это незеритовый меч, какая хрень? Умри. Все, нормально. Так, что это у нас? Первая волна пройдена? Так, печенье хрень. Я не знаю. Алло, босс, фараон, что ты там? Все? Что ты там слился, а? У него такой нос, как у Сквидварда. Что делать-то, фараон? Не знаю. Слушай, возможно... Поглощение у меня идет. А, спасибо. Кстати, у меня есть рычаг. Ставить на золотой блок. А, так вот так, наверное. Смотри. Как? Так это не блок. А, это кнопка. Золотой блок где вообще здесь? Нету.
Как так? Возможно, карта сломалась, опять же. Хм, и нас, нет? Типа, должно было ТП-шнуть к тем врата? Подожди, дай-ка мне проверить кое-что. Давай. Сейчас. Великий чинитель карт Аякс сейчас все сделает. Так, по-моему, тут ничего нет. Походу, да. Так. А, так стоп, вот золотой блок. А. Спасибо. Что? Подожди, а как мы его не заметили? Ну, это мы. Мы вдвоем долбились в глаза и не заметили золотой блок. Спасибо за прохождение, сказал нам автор. Пожалуйста, а ты где? Тебя ты пошла? Да. А, меня нет. Ну, спасибо. И тут динамит с... Мне кажется, он вряд ли тут изначально был. Нет, зажигалкой. А, да? Ваш игровой изменен режим на творческий. Так, окей, заключение. Это была моя первая карта, так что не судите строго. Но при этом... Подожди, я читаю. Но при этом она не последняя. Я не дочитал. Ой, так, слушай, ладно. Тут карта. Не суть, да. Ладно, читаю. Но при этом она не последняя. Если она вам понравилась, вы можете поиграть в еще несколько моих карт на прохождение. Если вам интересно, то вот моя страница на Minecraft Inside. И здесь о, ничего нет. У нее не одна карта, что ли, не две даже? Ну смотри, тут книжка очень странно сделана. Ни хрена себе ты тут это. Паркур-лабиринт нормально. Вот, ну, почитай книгу, но вроде как там ссылки нет. Есть какой-то Minecraft Inside сервер, скорее всего. Это не сервер, это вот сайт, куда я карты все беру. Ага, ну вот там должна быть его страница, да, и скорее всего с картой. Ну, окей, я посмотрю. Да. Вот, мы, собственно, с Яриком тогда чекнем, и, возможно, если вдруг у этого разработчика есть еще карты, то обязательно их пройдем, потому что, ну, парнишка реально делает годно. Хоть местами у нас что-то там... Да блин, по сути, у нас ничего и не ломалось. Да? Да, просто мы что-то не нашли просто золотой блок там. Да. Мы немного затупили, да. А так-то все сделано очень даже качественно. Прикольно, с историей. Классно, когда карта также типа, в тематику какую-то делается. Это у нас было загадки фараона, Египет, все такое. Вот, поэтому, если вам так же, как и нам, понравилась эта карта и данный видосик, обязательно поставьте ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на Twitch-канал Аякса. Ну, а с вами был редактор Аякс, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну, что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну, а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.